Хочу напомнить телезрителям, что света в городе Видное не было на улицах Школьная, вплоть до Расторгуевского тоннеля, на Донбасской, проспекте Ленинского комсомола и Белокаменном шоссе. Освещение исчезло резко. Однажды вечером горожане заметили, а почему так темно? Как обычно, многие подумали, наверное, какой-то сбой, завтра включат. Но ни завтра, ни послезавтра света так и не появилось. Причем никакие природные катаклизмы накануне исчезновения света не случались. Привыкшие безопасно передвигаться по Видному люди стали бояться ходить по улицам в вечернее время суток, а автомобилисты стали в два раза внимательнее ездить. В темноте, в которой находился город, невозможно было разглядеть пешеходов. Ситуация накалялась. Близились выходные, и на некоторых улицах все-таки стал появляться свет. Первый из мрака вышел проспект Ленинского комсомола. Затем и на остальных улицах поселения стало появляться освещение. На сегодняшний день свет восстановили почти везде. Так в чем же была причина отсутствия освещения? Как выяснилось, после проведение аукциона на снабжение города светом выиграла компания, которая некачественно оказывает свои услуги. Администрация города пишет им письма, но они их игнорируют. Разбирательства все еще продолжаются. Белокаменное шоссе – это единственная улица, которая осталась без освещения. Вообще, хочется отметить, что эта часть города какая-то заколдованная. Теперь знаменитые ямы Белокаменного шоссе водители просто не смогут увидеть, чтобы снизить скорость и объехать их. Юлия Погосян, Евгений Петров, Ирина Кошелева.